кафе работает уже, да? Тихо, пока еще непривычно. Раньше было Турция написано. Да? Я люблю Казачий берег. А, точно. Там какая-то тоже вывеску сделали. Мне вот это как растение нравится. Такой пушистик. Что-то церцис или как называется. Газон пока еще зелененький. Сегодня припекает по-летнему. Мне кажется, деревья подросли, да, Андрюш? Ну вот там вот, они же вот это пару лет назад. На монолёт тут не тронул. Правда. Берег. Это шелковица ведь? Да. Шелковица. Да. Угу. Ой, ну как летом. Классно. Море блестит. Нет, правда, деревья подросли. А, березы. Березка. А ее здесь не было. Я не помню. Классно. Надеюсь, ты тут выживешь. Пункт проката. В принципе, все есть. С 1 июня, думаю, тут эти палаточки. А, уже работает. Какие-то уже работает. Вот и море. Само море. Азовское. Казачий берег. Вот отгородили. Ага. А, здесь надувные, по-моему, были. Дракончики тоже. Так, непривычно. Никого нет. На улице тепло, никого. Бунгало 100 рублей в час. Ничего не изменилось, как и в том году. Вот таких рекламок только нет на вот этих квадратиках. А, где рыбаки? Сказали, рыбаков много. Здесь? На Казачьем? Mm-hmm. Ух ты, рыбкошки-то в этом году сколько. Ты посмотри, такие барханы. Они равняли, видимо. Шторм был. Ее не равняли. Обычно равняли, здесь берег тут поровнее был. Ничего себе, ракушки. Целые барханы. Ой, море сегодня супер. Прям вообще шикарно. Так, потрогаем воду.
сказать. Градусов 12, наверное, точно уже есть. Конфетти, что ли? Буквально через месяц тут уже не будет так пустынно. Даже меньше. Да, море готово уже. Прям красивое. С сегодняшнего дня у нас потепление изумительное. Там, кстати, где-то вот в этом районе стоит веб-камера. Вроде я точно, по-моему, вот на той вышке, наверное. Вот здесь. Онлайн можно посмотреть. Дельфинчики там. Так, сейчас приближу, настроится, потом посмотрим. Покажет. Не один. Угу. Обычно на косе их много бывает. Там всегда. Нет, где рыбы, там и они. Да? Угу. Пеленгас. Видимо, дельфины будут. Ага. Сейчас, кстати, пеленгас идет. В этом году почему-то поздно. Обычно в апреле где-то так ловят. Да. Угу. Ну да, тут можно часами стоять. Легче камеру поставить на треногу, если отдыхать. Да. Но пока у нас отдыхать не получается. Че, поехали лебедей посмотрим. И два товарища уже ищут, попрошайничают. Обычно между отдыхающими снуют они тоже. Тут же еда бывает. Интересно, на камере видно будет, нет? Дельфинчиков.
Ты видела? Да нет, вроде я зрячая. Морем пахнет. Что-то в этом году бакланов не видно. Не, я видела, сегодня летели. Похоже, вот здесь камера висит. Так что можно посмотреть онлайн. У меня, конечно, меньше гораздо. Варигатная. Ну какая. Это маленькая. Это у нас такие между станицей еще есть лиманы. Еще одни. Вот здесь лебедей видели. Мы туда ехали, и они были. Сейчас уже нет. Позапрошлый год здесь вообще воды не было. То, что в том году дожди. Позатом не было. Вообще воды не было нисколько. То, что тут второй год вода. Утьки.